если покажется, что забыт, покинут и одинок, что отвернулись все те, кто вчера целовал. Думай о галактиках, бэби, они не подведут все равно. Им безразличны любые жизни и любые слова. Если покажется, что зря родился и нет тебе места тут, и уже примеришься кровь, какой стечет водосток. Думай о галактиках, бэби, вот они уж точно не подведут. Не померкнут звезды, не замедлится ни один спиральный поток. Укрывайся за словами, не слезы, а соляной раствор. Не душа на части рвется, а что-нибудь про нейронную сеть. Думай о галактиках, они не подводили еще никого. Там запасено красоты на всех, и смерти тоже на всех. Вапу-да-бу-ди-ра-бу-ди-ра, вапу-да-бу-дам, вапа-ба-ба-па-ра-па-па-рам, вапа-па-ра-па-пам, вапу-да-бу-ди-ра-бу-дам, вапа-па-ра-па-пам. Не слезы, а соляной раствор. Не душа на части рвется, а что-нибудь про нейронную сеть. Думай о галактиках, они не подводили еще никого. Там запасено красоты на всех, и смерти тоже на всех. О галактиках они не подводили еще никого. Там запасено красоты на всех, и смерти тоже на всех. Песня «Галактика блюз» в тональности ми минор, но я буду называть аккорды так, как будто бы, если не стоял каподастр. Поэтому вся аппликатура будет как в тональности ре минор. Первый аккорд ре минорный, ре минор. В нем мы обыгрываем басы фа третьим пальцем на четвертой струне на третьем ладу и открытую пятую струну ля. Вот ритм румба. И так далее. Далее аккорд ре мейдж 7. Здесь, значит, у нас третий палец ставится на вторую струну на втором ладу. Обыгрываем те же басы. Вот. И получается дальше аккорд Е7, ми септаккорд. Обыгрываем пятую струну вторым пальцем на первом ладу и пятую струну на втором ладу тем же вторым пальцем. Вместе это звучит так. Итак, первые две фразы.
Если покажется, что забыт, покинут и одинок. Если забыли все те, если отвернулись все те, кто вчера целовал. Дальше аккорд, соль минорный, секст-аккорд. Обыгрываем басы. Шестая струна, пятая на первом и четвертая открытая. Шестая на третьем, вторым пальцем. Пятая первым пальцем на первом ладу и четвертая открытая. Следующий аккорд. Ре диез мажорный нон-аккорд. Ставим мы его первый палец на четвертую струну на первом ладу, третий палец на вторую струну на втором ладу и второй палец на первую струну на первом ладу. И обыгрываем здесь первым пальцем пятую струну на первом ладу. Далее аккорд ля мажорный септаккорд с повышенной пятой ступенью. Называется страшно ставить тут пальцев. То есть ставится просто. Второй палец на вторую струну на втором ладу, первый палец на первую струну на первом ладу. Обыгрываем пятую струну на четвертом ладу. Соединяем. Думай о галактиках, бэби, они не подведут, все равно им безразличны любые жизни и любые слова. После слов «любые слова» отыгрыш. Второй палец на пятую струну на втором ладу, третий палец на третью струну на втором ладу, первый палец на первую струну на первом ладу. В правой руке мы играем пятую, третью, вторую, первую. Далее смещаем на полтона назад второй и третий палец. Второй на пятой стоит на первом ладу, третий на первом ладу тоже. Здесь в правой руке мы играем пятую, третью и первую. Дальше. На шестой лад получается, да? Нет. На четвертый лад далее мы переносим пальцы. Да. А общий палец здесь у нас третий. Вот он был третий. Он у нас скользит на шестой. Вот. А первый палец на второй струне на четвертом ладу. И здесь мы играем сперва щипок, потом бас. Все вместе. Медленнее. Дальше второй куплет. Во втором куплете аккорды такие же, только отыгрыш будет другим. Я покажу от отыгрыша первого. Если покажется, что зря родился, и нет тебе места тут, и уже примеришься кровь, какой стечет водосток. Думай о галактиках, бэби, вот они уж точно не подведут. Не померкнут звезды, не замедлится ни один спиральный. И после слова «поток» второй отыгрыш. Начинаем мы его играть так же, как первый, но я все равно повторюсь. Это второй палец на пятой струне на втором ладу, третий палец на третьей струне на втором ладу и первый палец на первой струне на первом ладу. В правой руке мы играем струны пятая, третья, вторая, первая. Далее нужно вперед на полтона подвинуть пальцы второй и третий, то есть на третий лад. Второй палец на пятой струне на третьем ладу и третий палец на третьей струне на третьем ладу. К ним мы добавим еще четвертый палец на третьем ладу на вторую струну. В правой руке играем пятая, третья, вторая, первая. И после следующий аккорд в отыгрыше. Первый палец убираем с первой струны. Первая струна играется открытая. В
правой руке все те же пятая, третья, вторая, первая, но уже последовательно. С первой пятая, потом щипок. Чуть медленнее. Далее у нас припев. Начинается с аккорда фа мажор. В правой руке играем, обыгрываем бас. Шестая, пятая, четвертая. После фа мажора ставим первый палец на первом ладу на шестую струну. Третий палец на третью струну на втором ладу. И второй палец на вторую струну на первом ладу. В правой руке играем все те же струны. Обыгрываем шестую и пятую открытую. Дальше аккорд ля минор. Здесь мы добавочных никаких басов не ставим. Дальше ля минорный септаккорд. Все его ставят по-разному. Я ставлю, ну, здесь, в этой именно песне. Вот, третий палец на четвертую струну на втором ладу. Первый палец на первом ладу на третью струну. И второй палец на первом ладу на вторую струну. Следующий аккорд. Он так и называется, следующий, потому что мне как-то, ну, лень было, в общем, считать, как называется все. Ставим мы его с третьего лада, если по первому пальцу ориентироваться. Ну, здесь по очереди первый палец на первой струне, потом на следующем ладу второй палец на второй струне и третий палец на третьей струне на следующем ладу. Это получается третий палец на пятом, да? И обыгрываем в басу пятую струну, открытую, и пятую на шестом. Переходим далее, аккорд ре мажор. Обыгрываем четвертую струну открытую, четвертую на четвертом. Следующий аккорд. Так, чтобы знать, где мы сейчас, это «Думай о галактиках». Аккорд соль минорный септаккорд. Далее до минорный септаккорд с повышенной пятой ступенью. Это все тоже барре на третьем ладу. Четвертый палец на пятом ладу на второй струне. И на четвертом ладу второй палец на первой струне. Обыгрываем бас пятую и четвертую. Четвертую мы будем обыгрывать путем смещения. Перемещение первого пальца на второй лад. Да? И после того, как бас на втором сыграли, возвращаем палец, чтобы сделать щипок. Дальше. Аккорд. Ну, это что-то здесь, какой-то фа, нон-аккорд. Вот. Звучит вот так остро, вот эта секунда. Что здесь делаем? Играем арпеджиат. А, какими пальцами? Второй палец на четвертую струну на третьем ладу, первый палец на третью струну на втором ладу и на четвертом ладу четвертый палец на вторую струну. Играем арпеджиата. Потом первую оставляем звучать, а щипком играем третью и вторую. Обыгрываем бас. Пятая струна на третьем ладу и четвертая струна на третьем ладу. Смотрим. Вот так он звучит. Дальше. Какой-то там си бемоль. Ставим мы первый палец на пятую струну на первом ладу, вторую струну на третьем ладу четвертым пальцем и первую струну на первом ладу вторым пальцем. В правой руке пятая, третья, вторая, первая. А потом далее бас четвертая открытая и четвертая на третьем ладу третьим пальцем. Следующий аккорд. Ми минорный септаккорд с пониженной пятой ступенью. Ставим мы первый палец на четвертую струну на втором ладу, второй палец на третьем ладу на третью струну, третий палец на третьем ладу на вторую струну, четвертый палец на первую струну на третьем ладу. Обыгрываем пятую струну на первом ладу. Ну, начинаем с четвертой. Далее уже знакомый нам аккорд ре диез мажорный нон-аккорд. Я не буду говорить, как его ставить, как и после него следующий аккорд.
отыгрыш, можно сказать, что это не полный отыгрыш, первый. По аккордам я имею в виду. В первом там мы еще добавляли, да? А здесь просто вот так. Ой. Да. Что ж, попробовать соединить. Укрывайся за словами. Не слезы, а соляной раствор. Не душа на части рвется, а что-нибудь про неройную сеть. Думай о галактиках. Они не подводили еще никого. Там запасено красоты на всех. Тоже на всех. Дальше проигрыш в ми-миноре. Открытая шестая струна, с нее все начинается. И потом шестая на третьем пальцем, пятая на втором. Угу. Следующий аккорд. А, в правой руке мы будем играть шестую, четвертую, третью и вторую. Мы будем так делать для того, чтобы потом у нас увеличенный септаккорд прозвучал. И мы будем прижимать четвертую струну на первом ладу. Вот слушаем, что выйдет. Вот оно, этот увеличенный там. Повышенной седьмой ступени, не увеличенной, с повышенной седьмой. И на нем остаемся. Дальше фа диез мажор. Обыгрываем здесь пятую. Пятую, да, на третьем ладу вторым пальцем. И четвертым пальцем на четвертом ладу также пятую. Слушай. Дальше у нас аккорд ля минор. Обыгрываем пятая открытая бас, пятая на третьем четвертом пальцем и четвертая. А на четвертый раз мы делаем так. То есть бас, щипок. И потом четвертым пальцем прижимаем четвертую струну на третьем ладу. Вперед сдвигаем на полтона. Дальше пятая струна на втором ладу. Первым пальцем играем ее и также сдвигаем на полтона. Что у нас выйдет? Слушаем. Угу. Дальше фа-мажорный нон-аккорд. Как мы уставим? На третьем ладу прижать четвертую струну вторым пальцем. На втором ладу первым пальцем третью струну. На четвертом ладу четвертым пальцем вторую. И на третьем ладу третьим пальцем первую. Обыгрывать будем басы пятую струну на третьем ладу. Два раза мы его сыграем. Дальше у нас си-мажорный септаккорд с повышенной пятой ступенью. Выглядит он, как ставится, как обычный си-мажорный септаккорд, только добавим первую струну на третьем ладу первым пальцем. Сыграем так. Дальше до-диез-мажорный септаккорд с пониженной пятой ступенью. Переносим третий и четвертый палец, третий на пятую струну на четвертом ладу, четвертый палец на четвертую струну на четвертом ладу. И играем все те же пятую, третью, вторую, первую. Соединяю проигрыш. Ва-па-ра-па-парам.
несколько раз припев. Укрывайся за словами, не слезы, а соляной раствор. Не душа на части рвется, а что-нибудь про нейронную сеть. Думай о галактиках, они не подводили еще никого. Там запасено красоты на всех, и смерти тоже на всех. Вот такой переход между припевами. Далее у нас пойдет от какого места в припеве? От «Думай о галактиках». Теперь о самом переходе. Это нужно прижать на пятом ладу. Баре мы ставим, прижимаем пятую, четвертую, третью, вторую. В правой руке играем те же шестую, я, возможно, там оговорился, шестую, четвертую, третью, вторую. На полтона сдвигаем баре, добавляем на пятом ладу второй палец на шестую струну и третий палец на третью струну на пятом ладу. И ми мажор в третьей позиции. Ну, он как до вот ставится, только добавляется еще четвертый палец на пятом ладу на третью струну. Что выходит? И после этого поем опять «Думай о галактиках». Думай о галактиках, они не подводили еще никого. Там запасено красоты на всех, и смерти тоже на всех. Можно сократить немножко, да, я сыграл баре на седьмом ладу и сразу ми мажор. И еще раз повторяем. Думай о галактиках, они не подводили еще никого. Там запасено красоты на всех, и смерти тоже на всех. И без слов один раз. Ре мажорный, ой, ре минорный септаккорд. Здесь баре на первом ладу, вторая первая, и вторым пальцем на втором ладу третья. Четвертая, конечно же, басу. И ре мажорный секстаккорд. Вторая струна открытая. Вот и весь разбор. Да, извиняюсь, что где-то пел по соседям, не моя тональность. Главное было показать аккорды. Если будут вопросы, спрашивать. Все.